Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня я разберу специально для вас нашу любимую цветочную подружку Алену Швец, а именно песня «Ромочка». Я не знаю, почему вы так очень много писали и просили разобрать эту песню, но как же я могу вам сладким пупсиком-то отказать? Поэтому сегодня мы с вами научимся играть на укулеле нашу любимую цветочную подружку Алену Швец, а именно песня «Ромочка». Разберем это все с оригинальной тональностью, то есть с оригинальными аккордами, с оригинальным боем и со всем всем оригинальным, что может быть в этой песне. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, дорогой мой дружок-пирожок, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И именно ты можешь мне помочь достичь эту цель. Ну и тем более нам с Пепочкой будет очень приятно видеть тебя в своих рядах. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как она у тебя будет выглядеть. Мой Ромочка ждет меня где-то на стыке планет. Он в мятой рубашке, он курит и кашляет там, где кончается интернет. Разбор на укулеле. На самом деле песня супер простая, строится на одном и том же бое на протяжении всей песни и 4 аккорда, которые также повторяются по кругу. Начнем как раз с них. Первый аккорд — аккорд GM. Мы зажимаем первую струну на первом ладу. Далее третью струну на втором ладу. И вторую струну на третьем. Все вместе. Следующий аккорд — аккорд B бемоль. Мы зажимаем баре на первом ладу. Да, кстати, кто до сих пор не умеет играть баре, то есть на канале целое видео, обязательно посмотри. Так вот, зажимаем здесь баре на первом ладу. Далее у нас идет третья струна на втором ладу, а четвертая струна на третьем. И все вместе это будет так. Третий аккорд — аккорд DM. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью струну на втором. И получается. И последний аккорд, который нам надо с вами выучить, аккорд Е бемоль. Могут его где-то писать D диез, но это все одно и то же. Так вот, мы его зажимаем на первом ладу на первой струне. Далее зажимаем третью и вторую струну на третьем ладу. То есть вот был GM, а вот Е бемоль. Все очень близко и просто. Да, вы можете, кстати, отрепетировать отдельно вот эти два аккорда, чтобы могли быстро это все потом переставлять. С аккордами понятно. Теперь соединим их все вместе. GM, B-бемоль, DM, E-бемоль. Теперь что касаемо, как играть бой. Бой будет у нас следующий. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть первый удар мы как-то отделяем. Еще раз послушай. Остальные удары, вот эти последние 4, их играем быстрее. Так вот, и этот бой мы будем с вами играть один раз на каждый аккорд. То есть на GM один раз, на B бемоль, на DM и на E бемоль. Теперь без пауз. А теперь это все спеем. Мой Ромочка ждет меня. Поем целую песню. Но если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк. Также написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Можете писать также Алену Швец. Можете хоть что писать, обязательно все прочеку и разберем в следующем разборе. Ну а также на канале есть целый плейлист с разборами песен Алены Швец. Вот сейчас он тут появился, обязательно почекай, посмотри. Ну а если ты хочешь начать поддерживать мои труды и старания, то ты можешь подписаться на меня на Boosty. Вот, например, эти ребята уже это делают.
и получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!